Здарова, ребят, с вами Илья, и это топ-5 игр для ноутбуков и слабых ПК. Вообще, я знаю, что очень сложно найти игры для слабого железа, поэтому подобрал пятерку интереснейших игрушек. В общем, go, Лукас, и за идею, и поехали! Начнем наш топ с игрушки Microsoft Survival of Cells. Это стратегия в реальном времени с расслабляющей атмосферой и оригинальным геймплеем. Здесь мы погрузимся в невообразимый и красивый мир таких микроорганизмов. Станьте участником естественного отбора в этом микромире. Здесь мы наслаждаемся атмосферной музыкой, красивым миром и отличным геймплеем. Глубокая атмосфера игры и релаксирующий геймплей помогут вам погрузиться в игру, а свобода управления даст возможность продумать множество стратегических маневров. Игрушка на самом деле очень клевая, здесь мы должны захватить всех противников, так что пробуем. А мы идем далее, и следующая игра — это Next Car Game Wreckfest. Это разрушительные гонки со зрелищными авариями. Здесь нам доступна реалистичная физика вождения и правильные модели от их создателей. Динамические повреждения, обширная система модернизации и продвинутый гоночный движок. Что еще нужно всем любителям гонок? Здесь будет мясо из машины, достаточно быстрый игровой процесс, поэтому игрушка точно затянет. А следующий участник нашего обзора — это Depth. Клевая игра, где вы будете рубиться со своими друганами. Здесь мы играем либо за акулу, либо за человека. По геймплею, думаю, как вы уже поняли, задача акулы — это откусить что-нибудь у человека, ну а задача самого чувака — это подстрелить этого монстра. Игрушка на самом деле очень веселая и нетребовательная к железу, поэтому понравится всем обладателям слабых ПК. Valiant Hearts — история о 5 людях и несчастной любви в мире, где бушует война. Это оживший комикс с загадками, приключениями и боевыми сценами. Помогите солдату вернуться к любимой и сделайте все для этого. Сопровождаемые верным псом, герои пытаются выжить в траншеях, и будет это крайне сложно. На протяжении всей игры жизни персонажи непрерывно связаны, и это очень интересно. Ну и пятая игра на сегодня — это Splinter Cell Blacklist. Вооруженные силы США базируются более чем в 2/3 стран мира, и некоторым из них это надоело. Группа террористов готовит ультиматум, известный как «Черный список». Это список атак, направленных против важных для США объектов. Специальный агент Сэм Фишер теперь возглавляет недавно сформированный отряд по уничтожению этого дела, и нам необходимо ему помочь. Любой ценой необходимо выследить этих террористов, прежде чем угрозы из «Черного списка» будут осуществлены. Ну что ж, на этом наш топ подходит к концу, я очень рассчитываю на вашу поддержку. Гоу, большие пальцы вверх, обязательно подписывайтесь на канал и нажмите на колокольчик. Ну а так, будем на этом на сегодня заканчивать, до скорых встреч и пока.